Приветствую вас. Если честно, у меня есть такое ощущение, что уже вы задавали свой вопрос такого же типа. И помнится, я на него вам отвечал, не совсем понятно, что стало с тем вопросом, не совсем понятно, собственно, решили вы его или нет, получили ли вы, например, консультацию или нет, например, обсудили ли вы с психологом, например, то, что вами двигало при выборе подобной линии поведения. То есть, вот вы пишете здесь, что начали прикалываться над человеком, да, начали смеяться, издеваться и так далее, и так далее, и так далее, хотя перед этим мы общались хорошо. Ну вот, собственно, вопрос к вам, надеюсь, он покажется вам нормальным и совершенно естественным. Вопрос к вам, зачем вы это начали делать? Какую цель вы преследовали, когда это начали продвигать эту линию поведения своего? Для чего? А понимали ли вы, для чего это делали? Вот, наверное, то, на что нужно обратить внимание в первую очередь. Потому что, вот вы пишете потом, что поздно я понял, поздно понял про свои чувства и так далее. Я понимаю вас, да. Я понимаю, вы, может быть, и поздно поняли свои чувства, да. Но поймите, что вы без понимания того, для чего вы так поступаете, для чего вы так делаете, почему вы придерживаетесь именно такой линии поведения по отношению к человеку. Без этого понимания вам будет, ну, несколько сложно для себя выработать адекватную позицию. Просто потому, что без понимания причин нельзя надеяться, нельзя рассчитывать на то, что у вас будет что-то хорошее. К сожалению. Вот это вот, пожалуй, первое, основное, что я хотел вам сказать. Дальше. Следующий важный момент заключается вот в чем. Вы говорите, боюсь подойти. То есть вы сейчас, на данный момент, боитесь подойти к человеку. Позиция ваша здесь тоже не очень понятна. Почему боитесь? Чем обусловлено то, что вы боитесь? Чего именно вы боитесь? Вот, наверное, это то, что вам нужно в первую очередь для себя прояснить. Чего именно вы боитесь? Вы уже, по сути дела, испортили отношения с человеком максимально возможно. Вы не сделаете, не сможете сделать еще хуже. Потому что человек уже на данный момент не хочет с вами общаться вообще. И мы здесь сейчас не обсуждаем, почему, мы не обсуждаем, что им двигает и так далее. Это не столь важно на данный момент. Важно то, что человек не хочет с вами общаться сейчас. Вот что важно.
И соответственно, если он не хочет с вами общаться, то все. Чего вы боитесь? Определите для себя, чего вы боитесь. Что не позволяет вам подойти, поговорить, что-то выяснить и так далее. Но вы выясните для себя конкретные негативные обстоятельства, которых вы избегаете, осознанно или нет, это не столь важно. Просто для себя вот этот момент попробуйте выяснить. Он этот момент достаточно важен. Далее. Собственно, понимаете, у меня есть некоторые сомнения относительно того, что именно страх мешает вам подойти к человеку. У меня есть подозрение, что вам к человеку подойти мешает что-то еще. Вот не знаю, правда, что до конца. Может быть, стыд, может быть, резко возросшая значимость этого человека. А может быть, вы почувствовали, что он перестал уделять вам то внимание, которое вам изначально было нужно. Но если вам нужно внимание, то следует, вообще-то говоря, немножечко пересмотреть то, как вы это внимание стараетесь получить. Потому что, знаете, складывается ощущение, что вот внимание вы хотите, внимания вы хотите, а в итоге получается, что вы вредите себе еще больше. Вы еще больше человека, например, от себя отталкиваете. Ну, и вы же понимаете, что никому на пользу подобное поведение совершенно не идет. И тогда, в общем-то, несложно догадаться, что вам необходимо пересмотреть чуть-чуть свою линию поведения, подумать, чего хотите все-таки вы, как, по вашему мнению, должен человек реагировать на вас. Это опять же возвращаясь к вопросу о том, ради чего вы делали вот как раз то, что делали. То есть это опять же возвращаясь к вопросу о том, почему, зачем и для чего вы изначально начали так достаточно вызывающе себя вести по отношению к человеку, то есть что вам двигало. Не очень, если честно, этот момент для меня, опять же, понятен. Но, возможно, вами двигали какие-то желания, возможно, вы просто не умеете по-другому выражать свои желания, и это, безусловно, не ваша вина, это, наверное, проблема вашего воспитания, проблема детско-родительских отношений. Но порекомендовать можно вам, именно вот порекомендовать можно поразбираться в себе немного, наверное. Порекомендовать вам можно пересмотреть причины, по которым вы боитесь сейчас подойти к человеку. И, собственно, все-таки, наверное, преодолеть себя, пересилить себя и все-таки пройти и поговорить, иначе синдром незаконченного действия может просто-напросто не дать вам возможности успокоиться, это будет с вами всегда. Кстати говоря, вы пишете, что у вас довольно серьезные чувства к человеку. А вот попробуйте для себя этот момент тоже отдельно, так сказать, рассмотреть. То есть вот вы говорите, у меня к человеку чувство, да, вы говорите, вот у меня есть чувство.
Хорошо. А есть чувства, допустим, есть чувства, хорошо. Но если есть чувства, то вы же, наверное, хотите сделать человека счастливым. Ну, в данном случае девушку хотите сделать счастливой. Если так, то подумайте, что можно сделать для того, чтобы она была счастлива. И попробуйте это сделать. Конечно, она будет поначалу недоверием к вам относиться, но потом постепенно вы ее расположите в себе. У вас на самом-то деле нету другого выбора, если вы хотите прямо с ней взаимодействовать. И я думаю, что знаете, вам необходимо помимо всего прочего посмотреть на то, какую форму общения вы можете выбрать для того, чтобы девушке было максимально комфортно с вами взаимодействовать. Вот, попробуйте это сделать, и тогда я думаю, что у вас появится шанс с ней вновь начать взаимодействовать, и тогда вы добьетесь своей цели. Но лично я думаю, что без того, чтобы поработать с вами, и вам поработать над собой, над своими мотивами, а понять причину вашего такого поведения, не обойтись. Конечно, решать вам, но я думаю, что не обойтись. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, буду рад помочь, пишите в личку. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.